Сандарджа кама катихи сакала жана саман ладхана чандра котир ватсалья матти котир тидаса бита пинам котир одарджа сари. Гамбирджа амбади котир мадри мони шудакшира маддхико гауро дева саджиат пранай расападе дарсита асчарджапат. Сандарджа кама катихи сакала жана саман ладхана чандра котир ватсалья матти котир тидаса пита пинам котир одарджа сари. Гамбирджа амбади котир мадри мони шудакшира маддхикоса Гаура Дева Саджият, Пранай Расападе Даршита Асчарджа Гати. Гаурия Гоштипати, Сисила Бхакти Сиддханта, Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупад, Джагадгуру told, Гаурия Гоштипати, Сисила Бхакти Сиддханта, Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупад сказал, что даже после того, как мы должны быть готовы потратить литры крови для освобождения обычных людей, все преданные Гауди, Гаудия Гоштипати, Шишила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур Прабхупад Джагадгуру сказал, что мы, Гауди, должны быть готовы потратить литры крови для того, чтобы освободить и защитить обычных людей от майи. И даже после этого нет гарантии, что эти люди будут защищены и освобождены. И это очень сложно освободить обычных людей. И обусловленные души могут предаться до какого-то определенного момента, не полностью. Когда мои личные корыстные интересы, они как-то ущемляются. My personal interest not going to be hampered. Up to that point, a bonded soul can show submission. То есть до тех пор, пока интересы обусловленной души не ущемляются, они могут какую-то преданность являть. И вот Шрила Прабхупад сказал, что обусловленная душа может предаться до какого-то определенного уровня. И до какого, до того, пока ее личные корыстные интересы не ущемляются. А если эти корыстные интересы как-то ущемляются, то в этом случае подлинная сварупа, ну, в общем, такой человек, он уже не может следовать Гуру Вайшнавам. Как Путана, она пришла в форме прекрасной женщины, подобной Лакшми, но когда ее подлинная суть открылась, то все увидели, что это ужасная Путана, она никакая не Лакшми, она просто пришла в форме Лакшми, но по сути она Путана. И вот таким образом Агасур, Бакасур, все они первые эти демоны первого поколения, которые хотели доказать, что они за Кришну. Шрила Прабхупад говорит, что Агасур, Бакасур, Путана, они это все, эти демоны, они пытались все всячески доказать, что они находятся в группе Кришны. И впоследствии из их действий и поведения было выяснено, что они совершенно против Кришны. И с другой стороны, они вот против Кришны хотят убить Кришну, как Кришну, так и Акрашну. Акрашна значит спутники Кришны и сам Кришна. И цель людей с демоническим складом ума такова. Это их природа, что они всегда пытаются убить Кришну. Кришна для них проблема, Гуру Вайшнава тоже проблема, что
дают слишком какие-то строгие указания. Гуру Вайшнава, они всегда пытаются как-то помочь нам, контролировать нас, дают какие-то строгие советы для нашего блага. Но не все могут принять их наставления. И такие люди демонического склада ума всячески препятствуют этому. И вот если чьи-то корыстные интересы задеваются, то подлинная сварупа шаранагати, которая показана какими-то так называемыми преданными, можно увидеть, что это кто есть кто на самом деле и что случится. И в тот день я говорил, когда они чувствуют какие-то проблемы, то начинаются I can start competition. Guru Padma doing, I can do more than that. Guru Padma has so many defects. То есть сначала идет отказ от каких-то. After that, competition first of non-cooperation. Отказ от какого-то сотрудничества, неповиновения. Потом конкуренция начинается, потом борьба. Altercation. Follow. Can stop. Fighting, altercation, everything can stop. You can remember the case. И вот можно вспомнить случай, когда Гуру Кешавадас Бабаджи Махарадж совершал баджан там. Totally нискинчан. Прабхупад used to say. Он был полностью нискинчан. Шрила Прабхупад говорил, что вайрагья Гуру Кешавадас Бабаджи Махараджа, его отреченность и вайрагья Рагхинатха Даса Госвами, она была проявлена в жизни Гуру Кешавадас Бабаджи Махараджа. Полностью она проявилась в его жизни. И в этом случае я уже сказал о случае с Рамануджачарьей. И вот те возвышенные преданные, они стали целью нападения таких так называемых преданных и обычных людей, которые пытались свалить на них все проблемы своего баджана. И вот во время Рамануджачари, Мадхавачари, на их пути были какие-то трудности. И Шрила Прабхупад говорит, что возвышенные преданные часто становятся целью нападений каких-то противоборствующих сторон. И вот Гуру Кешавадас Бабаджи Махарадж совершал баджан всем сердцем, не соревновался ни с кем. И Гуру Кешавадас Бабаджи Махарадж не являл отречение на показ. Несомненно, такого никогда не было. Его отречение было естественно, оно исходило из сердца. И когда у вас есть такое прекрасное чувство к Кришне, то отреченность вайраги, она естественным образом возникает в вашем сердце. Но так, какие-то такие так называемые преданные не хотели соревноваться с ним в отречении. И вот Гуру Кешавадас Бабаджи Махарадж жил в своей хижине, сделанной из веток и листьев на берегу Ганги. Раничура область называлась. И вот тут такой-то так называемый преданный метров за 50 тоже построил какую-то хижину, начал подражать ему. He wanted to prove
that my detachment is more than Babaji Maharaj. Why Babaji Maharaj what doing? My detachment is more than that. You see, I'm taking water in a skull. You know skull? И вот тут хотел показать, насколько он отреченный, что он пил воду из черепов. И Горки Шота с Бабаджи Махарадж, он пил воду из этих, из этого, из скорлупы кокоса. И вот Бабаджи Махарадж ел из этой кокосовой скорлупы, а тут человек начал, хотел превзойти Бабаджи Махараджа в отреченности и пил воду из черепов. И таким образом, день за днем, он хотел показать, что вайрагья баджан выше, чем у Бабаджи Махараджа, но даже мусульмане на Удипе. Они и то поняли, что вот настоящий Бабаджи Махарадж совершает подлинные баджаны, а человек, который пытается ему подражать, как-то конкурировать, какой-то обманщик. И это такой случай, когда мы выступаем против Гуру Вайшнавов, сначала начинается не с отказа от всякого сотрудничества, потом с конкуренцией, потом борьба. И в жизни Шрилы Прабхупады мы тоже видели. И в жизни Гуранги Махапрабху, как Бататари и прочие. И вот суть в том, что если кто-то гневается, вот слушая Харикатху, то это значит, что Харикатха она по-настоящему успешна. Если Харикатха совершенно, если Харикатха совершенно, если она подлинна, значит, что трансцендентные слова, трансцендентный звук снисходит свыше. И обычные люди очень часто не могут это переварить, и особенно если есть какие-то слабости, они начинают гневаться. И это зависит от степени их слабости. Suppose you have 60%. Suppose he is having 20%. Nobody is free of anartha. Нет никого, кто бы был свободен от анартха. Already they are inside your heart to contaminate your heart position. И вот из этих, если анартх много в сердце, то люди не гневаются на Харикатху и прочие такие божественные вещи и начинают как-то сопротивляться. Однажды в Шри Чайтанья Гауди Матхи в Калькутте в день Экадыши проходила Харикатха, и Шрила Бхакти Валабхатирта Госвами Махарадж, ачарья Шри Чайтанья Гауди Матха, к сожалению, он оставил свое тело, и вот он говорил Харикатху, и одна женщина начала гневаться, встала, и вот начала спорить с Махараджем. Я знаю, вы против меня все говорите. Все преданные удивлены были. Вот она встала с агрессией, начала говорить: я знаю, что вы про меня все говорите, критикуете меня, я знаю очень хорошо. И вот, в общем, она так высказалась и ушла. Махарадж думал, что случилось. Я никогда не знал ее, эту женщину. Не знаю, кто она, где живет. Но та Харикатха, она поразила ее сердце. Харикатха, подлинная Харикатха, которая она растопит наше сердце и откроет все наши слабости, недостатки. Если мы не
не лицемерны, то Гуру Вайшнавы благословят нас. Конечно, какие-то слабости, недостатки есть у нас, поскольку обусловленные души они как раз и приходят к Гуру Вайшнавам, чтобы избавиться от всех недостатков, но то лекарство, которое дает Гуру Вайшнава, оно должно быть должным образом принято, не без споров, без недовольства и прочего. И вот и статус Харикатхи, он такой, что никто не может переварить. И в этом главная проблема. И также какие-то люди хотят использовать Харикатху для своих корыстных целей. Харикатха, всегда помните, Харикатха, она не отлична от Хари. И вот Харикатху мы не можем использовать для, для каких-то своих целей, поскольку Харикатха, она не отлична от самого Хари. И как это возможно, что вы используете Харикатху для своих корыстных целей? Но сейчас, к сожалению, так происходит. То есть можно видеть, люди говорят Харикатху только для обретения какой-то братишки. В этом главная проблема. Это хуже, чем коронавирус, это такое, как раковое заболевание. И сейчас мы все заняты по стремлением какой-то ложной братишки, ложного почета и слава. То есть люди не хотят быть обманутыми, радуются, если их обманывают. И Шрила Прабхупада говорит, что под именем Харикатхи и Харикиртана, это сказал Шрила Прабхупада Бхактисиддханта Сарасвати, что под именем Харикатхи и Харикиртана, те, кто обычные люди, не хотят быть обмануты и рады, когда какие-то обманщики их обманывают под именем Харикатхи и Харибаджана. И вот когда обычные люди обманываются какими-то людьми, а причина, поскольку они просто хотят быть обманутыми, получить какую-то славу, почет, сделать что-то на показ, как можно пойти в Вриндаван и увидеть, что там происходит с этими сахаджи, состояние сахаджи мандиров, как прамандиры и прочее. То есть можно видеть, что там происходит. Ну, то есть можно видеть, что под именем Баджана всякая ерунда происходит. А от храма одно название осталось. А если вы открываете храм, то вы должны, по крайней мере, уровень, статус храма поддерживать и следовать тому, чему нужно следовать в храме. Махапрабху никогда не потерпит, если вы... But if you are kapat, if you are going to disregard, if you are going to disregard Guru Vishnu, if you are going to Если мы выражаем какое-то неуважение Гуру Вайшнавам, то Махапрабху не может потерпеть этого. I cannot tolerate anybody going to insult one Vaishnava in front of me. No. То есть мы не должны унижать достоинство вайшнавов. Даже во время просада, вот во время Махапрабху можно было видеть, что вайшнавы сидели в соответствии с их положением. Сначала груды, потом старшие, потом менее старшие. Таким образом, а сейчас можно видеть, что все сидят в перемешку. И
И, к сожалению, можно видеть сейчас, как много так называемых саду сладкими словами обманывают людей, и люди, они довольны этим, но все же есть, остались такие саду, которые следуют абсолютному идеализму и не идут на такие низменные вещи. И вот Шрила Прабхупад говорит под именем Харикатхи и Харибаджана, те, кто обманывают обычных людей, Шрила Прабхупад говорит Бхактисиддханта Сарасвати. И вот под именем Харикатхи и Харикиртана, те, кто обманывают обычных людей под именем Харикатхи и Харикиртана, а обычные люди хотят быть обмануты ими. И в этом, поэтому это единственная причина, почему мы обмануты, я уверен на 100%, что если вы искренне... Но если вы со своей слабостью присоединяетесь к каким-то неправильным, ненастоящим, ненастоящим каким-то движением, то потом, встретившись с подлинным саду, то потом, оказавшись в такой же сахаджийской организации, то вы почувствуете разницу и вернетесь к подлинному саду, как птица с... Prison, one kind of bird, wing up. There are people, their hobby to fly birds, you know? That bird, if habituated for a long time, trained bird. Как есть птицы? I have seen in my childhood. Some people going to train the birds, которые тренируют птиц. Allow that bird to go, that bird all maybe 100 birds. Maybe hundreds or 108 birds all flying. I have seen in my life, very. I was seeing what they are doing. Now I understand. Hundreds of birds. One man trained. That то есть в Индии есть такие третьи дрессировщики птиц. И вот они дрессируют этих птиц, что... And going to take all flock coming together. Then the man going to get 55 birds extra. Follow what I say. В общем, он потом птицу тренирует как-то, потом эта птица улетает, знакомится с этими, со своими сородичами, и в итоге всех этих, всю стаю птиц приводит опять к своему хозяину. В итоге этот дрессировщик птиц из одной птицы получает 55. И вот так, и те, кто по-настоящему приходят ко мне, они остаются, те, кто приходят ради пратиштхи, еще чего-то, они вскоре уходят. Но те, кто искренне приходят ко мне, они остаются со мной. Даже после моей смерти они не забудут меня. И вот смотрите. Поведение Гуранги Махапрабху. Я начал с этой шлоки, можно вспомнить. Аммади котир, мадири мони, шудакир, амаддик. So beautiful. Who can write this shloka? Никто может написать эту шлоку, кроме спутника Бхагавана. Прабхутананда Сарасвати написал ее, и вот один за одним. Я покажу, насколько привлекателен Гуранга Махапрабху, что мы хотим посвятить свою жизнь ему, предаться полностью. И для чего, ради чего мы хотим предаться? Чему? Если в этом контексте мы... Я хочу показать
показать прямое свидетельство, что до тех пор, пока вы не способны видеть подлинную славу Гопад Падмы, вы не сможете оставаться с Гопад Падмой. А в тот день, когда вы поймете подлинную славу Гуру Вайшнавов, красоту их лотосных стоп, то тогда вы готовы будете полностью предаться им, иначе это не может быть, а просто оставить их. И вот я могу привести прекрасный пример. Что это за пример? По просьбе Бхактивинода Тхакура Шрила Прабхупад, он принял прибежище у лотосных стоп Гуру Кешавадас Бабаджи Махарадж. Харинам он получил от Шрила Бхактивинода Тхакура, и потом, когда Шрила Прабхупад хотел получить дикшу, то Бхактивинода Тхакура сказал, чтобы тот получил дикшу от Гуру Кешавадас Бабаджи Махараджа. Он был Парамахамса Вайшнавам, как и Шрила Бхактивинода Тхакура. Вот. Шрила Прабхупад пошел в Гуру Кешавадас Бабаджи Махараджа, но тот не давал никому посвящения, как Локанат Госвами Пад, он тоже не давал посвящения. Знаете вы это или нет? Вот Локанатха, он не давал никому посвящения, но вынужден был дать дикшу Наротаму Такуру. Локанат Госвами, он не был готов дать дикшу никому, но он вынужден был дать дикшу Наротаму Такуру. А почему? Из-за его уникального служения, из-за его посвящения. Когда Локанат Госвами, из-за его преданности, когда Локанат Госвами, он увидел, что Наротам Такур, он сын царя. Он настолько предан ему. Он хотел как-то вот игнорировать, но этого не получилось. И тот Наротам Такур сказал, я буду сидеть здесь до самой смерти, но я получу дикшу от вас. И что же делать? Локанат Госвами, он отказывался от него, но в итоге Локанат Госвами, он с утра вот ходил по нужде в лес. И что случилось? Каждый день Локанат Госвами смотрел то место, куда я хожу, ну, для по нужде. И вот он видел, что это место всегда чистое. И вот он думал, что кто же это убирает. И вот, с утра он решил спрятаться и посмотреть. И вот он видит, что это Наротам. Плача, он веником убирает все. Maharaj is not going to accept me. You are so lucky you are doing this seva. Then I cleaned that place. Then Lokanath Goswami was found to come. И вот Локанат Госвами, когда он увидел это, он вышел и сказал, кто же ты? И он увидел, что это Наротам, и Наротам упал к его стопам. Они оба расплакались, и в итоге Локанат Госвами, он дал дикшу Наротаму Такуру. И это было уникальное, его уникальное решимость принять дикшу у Локанатха Госвами. И тот не смог отказать ему. И так уже случай с нам, с Рамануджачарьей, я уже говорил о нем. После того, как Шрила Прабхупада, точнее, и он 18 раз был отвергнут, но
А, точно, это Рамануджачарья 18 раз Гоштапурны отказывался, но на 19-й он дал ему мантру. И вот Рамануджачарья имел такое терпение. И с Гуру Кешавадас с Бабаджи Махараджем и Шрилой Прабхупадой Бхактисиддханта Сарасвати случилось подобное. И вот, он просил дать ему дикшу, но тот сказал, что нет, и также 18 раз он просил, и Гуру Кешавадас с Бабаджи Махараджем откладывал, отказывался, откладывал, и таким образом 18 раз Шрила Прабхупада приходил к нему, но был отвергнут. И в итоге Шрила Прабхупада сказал: что дикша мне уже не нужна, я пойду утоплюсь в Ганге. И Гуру Кешавадас с Бабаджи Махараджем пошел за ним и сказал: о, Прабху, подожди, я готов дать тебе дикшу. А сейчас дикшу дают, даже не спрашивая кандидатов. Настолько она стала дешево, и поэтому мало кто понимает значение дикши, как в Индии. Например, как Индия получила независимость очень дешево. But not everybody fighting. No, those who are freedom fighters, they are fighting. Но за свободу не все боролись, и эти, в общем, борцы за свободу боролись, а все остальные особо ничего не делали. First of all, he is told, if at all India going to be, you know, partition is there, then the partition can be made over my body. But finally, he took some agreement with British people, and the British people going to give alarm, bhiksha. Hey, take! That's why we don't understand. That's why we don't understand the gravity of liberty. Ну, в общем, эти англичане, англичанам надо ее бороться за Индию, и отдали ее индусам без борьбы практически. И поэтому мало кто ее ценит, что такое гуртату, что такое дикша. Как получать дикшу, если это нам досталось слишком дешево, то люди, как правило, не ценят. Но Бхакти Расамрита Синдху описывается. И вот вначале всего мы должны принять прибежище у лотосных стоп гуру, и потом попросить гуру, и потом гуру может дать дикшу. К сожалению, сейчас наоборот происходит, и никто не может бросить вызов этому, к сожалению. Но смотрите, сначала саммандагьяна должна развиться, а потом дикша, а не наоборот, и поэтому такое. Такое происходит, что все неправильно происходит, и поэтому нет никаких конкретных результатов. И Шрила Прабхупада говорит: не развив саббантагьяну, нельзя начать баджан. И Рупа Госвами Пад говорит: аду гуру подошрой, сначала нужно понять славу Гурудева, потом молиться о прибежище, о его стоп. И потом Гурудев проверит вас, и только потом даст дикшу, и тогда вы поймете значимость дикши, кто такой гуру. Гуру — это тот, кто 24 часа в сутки совершает харибаджан. Это не шутки. Очень часто люди
смотрят только на внешние вещи, но сути гуру не понимают. И вот суть в том, что Гор Кишор Дас Бабаджи Махарадж, смотрите, он отверг Шрилу Прабхупаду, а тот просил снова и снова, и в итоге на 18-й, после 18-й просьб ему только дали дикшу. И Шрила Прабхупад говорит, когда по указанию Шрилы Бхактивинода Такура, когда я подошел к Гор Кишор Дас Бабаджи Махараджу, и вот он рассказывает свой опыт. Шрила Прабхупад говорит по указанию Бхактивинода Такура, когда я подошел к Гор Кишор Дас Бабаджи Махараджу, и вот когда я подошел к Бабаджи Махараджу, совершил Харибаджан Харинам, и когда я поклонился ему и посмотрел на лотосные стопы Бабаджи Махараджа, Шрила Прабхупад говорит, я увидел, как свет исходит из его стоп, и он меня практически ослепил. И что это настолько сияющие его лотосные стопы, что я был очарован. Я встал, и по милости Бабаджи Махараджа я смог обнаружить красоту его лотосных стоп. Гуру Вайшнава, они самые сияющие, нельзя как-то материальными параметрами как-то просчитать его славу, сколько учеников, где он ездил, сколько денег, храмов и прочего, но это не то. Не каждый может понять Гуру Таттва. Вчера я говорил, Гуру Таттва, славу Гуру Вайшнавов не так просто понять. Гуру Вайшнавы оставляют за собой право не быть открытым нашим органам чувств, поскольку мы материальны. Как мы можем понять Гуру Вайшнавов? Гуру Вайшнавы оставляют за собой право не быть открытым вашим органам чувств, поскольку вы материальны. И также Гуру Вайшнавы оставляют право быть открытым вам, если вы шаранагата, если вы полностью предались им. И тогда, подобно восходу солнца, смотрите, когда солнце восходит, можно видеть как солнце, так и все вокруг. А когда солнца нет ночью, если глубокой ночью мы будем искать солнце, то не найдем никак. И вот как, а когда солнце взойдет, то тогда по милости солнца вы увидите, как само солнце и все такое, как оно есть. Это и также Гуру Вайшнава, кто-то слишком строго говорит или ведет себя слишком строго, но обычно глупые люди не понимают этого, что или Гор Кишор Дас Бабаджи Махарадж, иногда он говорил какими-то нецензурными словами. Я не могу повторять его слова, но он как Шрила Шанта Госвами Махарадж, он тоже иногда нецензурные слова использовал, но я сидя на Вьясасане, я не говорил же, и вот Шрила Шанта Госвами Махарадж здесь, а я тут. И вот он иногда в адрес каких-то сахаджи использовал нецензурные слова. И все же, если Гуру Вайшнава использует такие нецензурные слова, это не значит, что не падша. И Нитянанда, и Гуру Хари, он сказал, что вот Гуранга предупредил нас, если вы внешне увидите, что Нитянанда принял какую-то мусульманскую женщину, все же он очень чистый. Его слова великолепны. Махапрабху предупреждает нас. И также Гуру Вайшнава исходит из Нитянанда. И также нельзя находить ошибки в них. Если Гуру Вайшнава имеет какие-то недостатки, это значит, что они не Вайшнава. И как можно... И вот
Первое, вот Адо Гуру Падашрой. То есть сначала мы должны принять прибежище у Гуру, и потом, когда по указанию Шрилы Бхактивинода Тхакура я пошел видеть лотосные стопы Гуру Кишорда с Бабаджи Махараджа, я принес ему поклоны и был очарован сиянием, исходящим из его лотосных стоп. Я был очарован этим сиянием. И потом я поклонился ему, и по его милости я осознал свое собственное незначительное положение. Шрила Прабхупада, он никогда не был падшей личностью, но все же пишет, что осознал свое незначительное, малое падшее положение, но все же он описывает, что когда он увидел сияние лотосных стоп Гуру Кишорда с Бабаджи Махараджа, он увидел все недостатки в себе. И благодаря поведению Бабаджи Махараджа он понял, что люди говорят про меня, что я великий пандит, но Бабаджи Махарадж сказал, что твоя пандитья, она не имеет никакого значения. И благодаря поведению Бабаджи Махараджа я понял это, что мое образование не имеет никакой подлинной ценности. И что мое высокое происхождение, оно тоже не имеет никакой ценности. И вот Шрила Прабхупада описывает, что благодаря Гуру Кишорда с Бабаджи Махараджа я понял свое незначительное положение. Кришна Баджан — это не что-то дешевое. Кришна Баджан. И вот будьте осторожны, иначе вы можете потерять свою жизнь без всякой причины. Не будь... И вот Шрила Прабхупада сказал так, что я думал, что я происхожу из высокой семьи, и Бабаджи Махарадж может выразить непочтение, но Бабаджи Махарадж не придал никакого значения этому. И после этого я был готов предаться лотосным стопам Гуру Кишорда с Бабаджи Махараджа. Это зовется полное настоящее самопредание. Мало кто знает что-то о мистерии самопредания. Если вы предались по-настоящему, то как возможно, что какие-то обычные люди могут вас обмануть? И вот сейчас я вернусь к Лиле Гуранги Махапрабху, чтобы показать, почему мы готовы предаться лотосным стопам Гуранги Махапрабху, почему мы предаемся лотосным стопам Гуру Хари. Мы должны буквально продаться ему, и почему? А из-за его, величайшей красоты. И вот сейчас я буду обсуждать вот эту шлоку, которую произнес сначала, и вот пару дней назад я говорил об этой шлоке. Шашад бхакти винодея расу самодея мадурья марджадея си чайтанна дая нидетабадея вьядаманда дая. Who told this шлока? Кто сказал эту шлоку? Сварупа Госвами. Now I can give some introduction. И вот я скажу что-то о Сварупа Госвами. Сварупа Госвами — это вечный спутник Гуранги Махапрабху. Сварупа Госвами. Он был ученик, учился здесь, в Навадвип Даме, во время Гуранги Махапрабху, когда Гуранги Махапрабху являл лилу. Это студенчество. Сварупа Госвами звали тогда Пурушоттам Брамачари, он имел связь с Гурангой, какие-то отношения дружеские. И когда Гуранга принял саньясу, ушел из Навадвипы, то этот Сварупа Госвами буквально сошел с ума. Где же мой гуру, где же не мой?
я не могу больше здесь жить. И вот Свабгасай, он отправился в Варанаси к лотосным стопам Вишванатха. Вишванат, я потерял моего гуру. И случайно он принял саньясу там, ну, особую саньясу. Ему не нужно было ничего менять. Разные виды саньясы. И вот он имя принял Сваруп. Он получил саньяс из Варанаси. И раньше вызывали Пуршоттам Брахмачари, а потом Сваруп и переименовали. И вот он плакал перед Вишванатхом. Одежду, шафрановую одежду он не взял. Из-за какой-то причины, то ли не было ее, то ли все что-то. И потом он узнал, что Гуранга ушел в Пурушоттам кшетру. И там в Пурушоттам даме Махапрабху он совершал Нилачал Гамбхира лилу. И вот однажды случайно Сваруп Госвами пришел и поклонился лотосным стопам Гуранги Махапрабху. Шри Кришна Чайтанья произнес эту шлоку. И вот, поклонившись лотосным стопам Сваруп Госвами и плача, И вот он произнес эту шлоку, и вот это бхум. Эту шлоку Махарадж уже обсуждал Буядам. Вот, то есть это слова, которые значат, что если Гуру Вайшнава, Махапрабху и их спутники, они даруют нам свою милость, то из этой милости нет никакой вероятности, что что-то неблагоприятное случится. То есть там милость с гарантией того, что ничего плохого от этого благословения и милости не произойдет. И вот есть много видов милости. И среди этой всей милости есть вероятность, что что-то неблагоприятное произойдет. Ну, как можно видеть, что какие-то гуру принимают учеников, обещая им, что они в Америку поедут, женятся на иностранке, денег заработают и прочее. То есть, с одной стороны, это милость, а с другой – ничего хорошего. Как вот в предыдущий день я рассказывал про одного преданного, который ходил в матку, но потом родственник дал ему 20 тысяч рупий на открытие магазинчика. И тот занялся этим магазинчиком, и некогда было в храм ходить. То есть, с одной стороны, это была милость его родственника, но в итоге этому человеку потом даже в матх некогда ходить было. Ну, в общем, он все реже и реже ходил. Потом мать его женила. This way, after that one baby take birth,
Потом дети появились, и в итоге в храм он вообще перестал ходить. И вот вопрос мой, этот дядя его вроде бы милость, вроде бы оказал ему какую-то милость, но в итоге эта милость его отвратила от Гаудиматха, что ему некогда стало ходить даже раз в месяц, и разве это подлинная милость? Или может кто-то... Заявляю, что Махараджи говорит слишком строго, но это все для высшего блага, и впоследствии мы поймем, что это любовь и забота Махараджи к нам, и благодаря мы сможем обрести нектар, но какое-то время, может, нам нужно будет страдать. И вот Сварупа Госвами пришел, и Сварупа Госвами, он вечный спутник. И вот Сварупа Госвами, он Лалита Сакхи. Сварупа Госвами, он Лалита Сакхи. И Рай Рамананда, кто пришел с Годавари, с берега Годавари. Godavari, from Godavari, thought is coming, is actually Visakha Sakhi. Он Вишака Сакхи. Рамананда, он Вишака Сакхи, а Сварупа Госвами Лалита Сакхи. Both of them, оба они. When Mahaprabhu, когда я приду к этому дальше, сейчас я расскажу об обычном учении Махапрабху, чтобы показать его любовь к преданным. И вот следующие два дня я буду объяснять, как Махапрабху начал проявлять Манджари Бхаву, Рада Бхаву, я с документальными свидетельствами, с читания Читамриты все это покажу. И вот смотрите, когда Махапрабху пришел сюда, никто не... Махапрабху никого не звал. Он позвал только Рай Махаса, о Рай Рамананда, ты Расик Шихара, Расик Бхакта, почему бы вам не прийти, и мы можем жить здесь, в Пуршоттам Даме. И Рай Махаша сказал, хорошо, идите, я иду за вами. С вами я не могу идти, поскольку много всяких этих народа всякого, но они были так привлечены Махапрабху, что все преданные со всей Индии, они пришли, присоединились к служению Махапрабху. Слава Махапрабху настолько велика, что каждый готов предаться ему. Даже Харидас Такур, он тоже пришел. Сварупа Госвами пришел, Рай Рамананда пришел. Рамай Нандай, Рагунат Дас Госвами пришел. Кто нет? Все пришли, чтобы предаться лотосным стопам Гуранги. И вот сейчас я могу показать, как, что любовь, она может двигаться зигзагообразно. И вот в день Гопунима будет 8 утра Харикатха, не вечером. И вот смотрите, сейчас я приведу пример зигзагообразной любви, поскольку Гора Лила, значит, это же самая Кришна Лила. Кришна Лила, те Сакхи Манджари с Кришной и все спутники Гуранги Махапрабху, они в такой форме, они являются своей Лилой с Гурангой. И вот сейчас я хочу рассказать об отношениях Гуранги и со своими преданными, и вот Гуранга Махапрабху.
Он очень любил Гададхар Пандита. Но Баба. И вот Гададхар Пандит, это Радхарани, чья баба украдена Кришной, Махапрабху. И вот в Нилачал Лили можно видеть, что Махапрабху каждый день ходил в Тотагопинатх. Тотагопинатх — это такая виграха Гопинатха, которая обнаружена Махапрабху. И вот Вайтоте это сама проявлено. И вот Гададхар Пандит, и вот тот Гопинат проявился. И вот Махапрабху ходил в Тотагопинатх, чтобы слушать Бхагаватам от Гададхар Пандита. Гададхар Пандит, он читал Шримад Бхагаватам, и Махапрабху слушал. И вот Махапрабху слушал Прахлад Чариту и Друва Чариту. Он являл собой идеальный пример. И смотрите, он каждый день просил Гададхара Пандита Прахлад Чариту и Друва Чариту опять читать. И вот это лила, через которую Махапрабху он хочет дать нам пример, что мы не должны прыгать выше своего стандарта, мы постепенно должны двигаться, что тише едешь, дальше будешь. И вот сейчас случай с Валабхачари, я говорил. Валабхачари. Он хотел получить дикшу от Гададхара Пандита, но Гададхара Пандит не был готов. Гададхара Пандит говорил: «Я контролирую моим Господом, я не могу ничего сказать». И хорошо, и когда этот Валабхачарья, он хотел... Но, в общем, этот поэт пришел прочесть свои объяснения Харинаму, но Гададхара знал, что Махапрабху его отверг. И чтобы этого Валабхачарью не обидеть, он сказал, сказал, что он ничего в этом не понимает и не стоит тратить на него время. Но все же он начал читать свое писание. Но... А Гададхара Пандит закрыл глаза, закрыл уши и молился Гауранге, чтобы... Что, он не... что этот сам читает, ему приходится служить. И вот Махапрабху, он явил такую лилу в адрес Гададхара Пандита, что тот испугался. И вот я хотел проверить тебя, сколько у тебя любви ко мне. Я хотел тебя разозлить, но я вижу, что ты совершенно не гневаешься, а наоборот начинаешь плакать, насколько у тебя мягкое настроение. Я хотел как-то разгневать тебя, чтобы ты начал спорить со мной, но ты просто начал плакать, и что же делать? Я знаю твое настроение. Я не гневаюсь на тебя, просто я вел себя так. И вот
Джагатананда Пандит. Он также вечный спутник Гуранги, но особенность Гура Лилы в том, что так много аватар Бхагавана и в различных аватарах различные преданные, они являют Лилу с Бхагаваном, как Камса родился в виде Кази, это тоже великолепное. И таким образом у нас может быть больше возможностей в Гора Лиле, как Хануман Махарадж, он из Рама Лилы, но он все равно явился в форме Мурари Гупты, и так много великолепных вещей, там Джагананда Пандит Сатьябама из Дварака Лилы, но сейчас он получил вкус. И хотя это Сатьябама, смотрите, это сокровенное. Хотя Сатьябама в Двараке, но все же Сатьябама, ее любовь была уникальна. Она имела окрас Рагануги. Рукмини она была как Лакшми, но Сатьябама она была другая. И вот, то есть у Сатьябамы была какая-то часть Рагануги в ней. И вот Джагадананда Пандит, он также, он как участвовал в Навадвипа Лиле, так и в Нилачал Лиле. И вот Джагадананда Пандит безумно любил Гурангу. И вот Джагадананда каждый день видел, что мой Господь всегда чувствует, что-то с ветром в его теле, из-за чувства любви, ветра в его теле, они нарушаются. И так Махапрабху падает без сознания иногда, еще что-то. В общем, он решил принести аюрведического масла, чтобы помочь Господу. И вот Джагананда принес большую дорогую бутылку, аюрведического масла, стеклянную, причем, и вот достиг Пурушоттам Дхамы, и попросил Говинду: «О Говинда, где наш Господь? Пошел умываться, хорошо, смотри». Вот я принес аюрведическое масло, мамаши, и нужно мазать голову этим маслом, и тогда со здоровьем будет лучше. И вот Махапрабху пришел, приняв омовение, спросил, что это такое. Джагадананда Пандит, он пришел с Бенгала, вот принес тебе аюрведическое масло. Что ты несешь, я же саньяси, у меня нет права мазаться маслом. Женщины, масло, мясо и все остальное, я не могу к этому прикасаться. И, ну, Джагадананда попросил вас, но это масло также прекрасно пахнет, если я буду мазаться им, то люди подумают, что лицемер, а не саньяси, что хожу, от меня пахнет таким маслом. И как я могу это масло с прекрасным ароматом использовать? Не могу. Саньяси не может этим заниматься. И скажет Джагатананде, чтобы отдал его Джаганатху. Но там в то время электричества не было, было все на масляных светильниках, и могли хотя бы это масло использовать для освещения храма Джаганатха. И тогда твоя энергия, твои усилия, посвященные доставке этого масла, хотя бы какое-то благо обретут.
И вот Джаг Махапрабху ушел, и Джагдананда спросил, что Махапрабху сказал. Ты сказал, что очень разгневался, что сказала, не для этого саньясу принимал, чтобы масло молиться. И вот этот Махапрабху пошутил, чтобы еще кровать с подушкой принес еще и женщину, чтобы массаж ему делала, что не для этого Махапрабху саньясу принимал, чтобы заниматься чувственными наслаждениями. И вот Джагдананде это все передали, и тот очень разгневался. Сказал, хорошо, не надо Господу использовать масло. Он взял, пошел в комнату, закрылся три дня, сидел, ничего не ел. Махапрабху вернулся, Говинда сказал, что Джагадананда очень разгневался, что-то не используешь его масло. И вот тот три дня постился, и Махапрабху пошел, сказал, о, Джагадананда, открой двери, это я. Я твой Нимай, Чайтанья, открой двери. И после этого Джагадананда не отвечал, и Махапрабху знал, как шутить, сказал, что не надо открывать. Я голоден тут. Сейчас иду на океан и приму просад с твоих рук. И Махапрабху ушел, сказав только это, что я очень голоден сегодня, хочу принять просад с твоих рук. И вот сейчас иду принять омовение в океане и вернусь. И Махапрабху. Джагадананда сразу выбежал, сказал, что Махапрабху будет просад принимать, они начали резать овощи, подготавливать все, и в итоге к возвращению Махапрабху все приготовили. О, Джагадананда, ты готов? И Джагадананда не говорил, все было готово. Множество блюд они приготовили. О, Джагадананда, как вы так быстро все приготовили? Сейчас я проверю, насколько все вкусно. И вот Махапрабху похвалил его готовку и сказал, что когда ты гневаешься, то, что ты готовишь, становится гораздо вкуснее. И вот Джагадананда он все больше и больше подкладывал, поскольку если отказаться, то Джагадананда он разозлится. И приходилось брать. И вот Махапрабху потом пришел отдохнуть немного. И сказал, Джагадананде тоже нужно поесть. Каждый день Махапрабху он являл уникальные лилы. Радхабаву, саньяси. Три раза в день он принимал омовение, даже зимой. Саньяси, чтобы должен три раза в день принимать омовение, чтобы поддерживать тело охлажденным. Поэтому сейчас, к сожалению, мало кто следует всем обетам и принципам саньяси, просто носит белую или оранжевую одежду. Если вы чувствуете радость от харикатхи, то брамачарья, она автоматически будет поддерживаться. И вы смотрите, Джагадананда думал, Махапрабху три раза в день принимает омовение, спит на полу, как я могу потерпеть это. И он постоянно худеет. И что случилось?
Джагадананда, он принес какой-то... А вот он взял одежду Махапрабху, которую тут не использовал, здесь сделал какой-то матрас и подушку, и сказал Говинде, сказал, о, Махапрабху спит на голом полу, сложно очень, три дня моется, три раза в день моется, зимой спит на похолодном полу, давай хотя бы вот какой-то матрас ему постели. И подушку, да, чтобы выспался. И Махапрабху пришел. И Говинда сказал, передал ему все. И тот сказал, Джагадананда дал подушку и матрас. Махапрабху сказал, позови Джагадананду. А с маслом там, что случилось, когда Махапрабху сказал, Джагадананда, открой дверь, и ты масло принес издалека с Бенгала. Но я саньяси, не могу использовать его, лучше использую это для Джагананда, для его светильников. И Джагадананда открыл дверь, кто сказал тебе, что... Кто сказал, что масло для тебя принес, и вот он пришел, где стояло масло, взял его и разбил на веранде. Все было в масле. Сказал, что масло тебе не приносил. Это такой зигзагообразный путь любви. И вот Рупа Госвамипад пишет, что путь любви, он зигзагообразный, подобен змее. И вот сейчас Джагадананда, он дал ему подушку и матрас, этот Махапрабху разгневался, сказал, что не для этого он саньясу принимал. И Джагадананда очень опечалился, и в итоге Сруб Госвами решил принять эту... И вот Сруб Госвами взял листья сухие, листья бананов, разрезал их. Разрезал их на эти маленькие части, в общем, как-то это... В общем, сделал такое, не матрас, а... Такое тонкое покрывало больше. И вот сделал для Махапрабху такую подстилку из банановых листьев. И Махапрабху спросил, кто дал это. И Говинда сказал, Сваруп Госвами. Сваруп очень такой важной личности была. Сваруп дал мне, но должен принять, иначе сердце Сварупа разобьется. Если ты не примешь это, Сваруп, он опечалится. И в итоге, по просьбе всех преданных, Махапрабху, он принял эту подстилку из сухих банановых листьев. И вот сейчас я хочу дать пример, как много любви между преданными и Бхагаваном, как на примере Харидас Такура, кто-то оскорбляет гуру Вайшнав, но смотрите на настроение Махапрабху, на Мачаре Харидас Такура. Он принял прибежище в таком месте, что Махапрабху, он сказал, о, Харидас, иди сюда. И вот, будучи внутри Гамбхиры, он позвал Харидаса. И когда Харидас и другие преданные пришли с Навадвипы, чтобы встретиться с Махапрабху, Махапрабху спросил, где мой Харидас? И все пошли искать его, о, Харидас, Харидас, где же ты?
Господь зовет тебя. Я смотрю, эти он там издалека клонится, вам и плачет. Попросите Господа, что я не могу зайти, поскольку я млечка, я из мусульманского происхождения. Я не могу зайти внутрь, поэтому... И вот в итоге Махапрабху организовал его проживание в месте Сиддхабакула. О, Харидас, живи здесь, каждый день можешь повторить Трилака Харинама, и Прасад придет к тебе, чтобы давать свою милость. Каждый день Прасад сам будет приходить к тебе, не беспокойся. И действительно, Махапрабху каждый день ходил в храм Джаганнатха с утра. И те панды, они угощали его просадом. Иногда давали гирлянды, какие-то сладости. Махапрабху все это брал, завертывал свою одежду. И Махапрабху сначала шел в Баджан Кутир, Харидас Такура в Сиддхабакул. О, Харидас, что ж ты делаешь? Он поклонился ему и сказал, я прасад принес от Джаганатха. И вот смотрите, какая любовь Махапрабху к нему. Сначала он нес прасад Харидас Такуру, Чандану, гирлянды, поскольку Харидас Такуру никогда не ходил в храм Джаганатха, и Махапрабху давал наставление ему, что каждый день можешь принимать омовение в Самудре и получать даршан чакра, сударшан чакра. И этого будет достаточно. Принимай омовение, кланяйся сударшан чакре, это будет полный даршан для тебя. Рупа Санатана, они также следовали этому. Очень обширная тема, как я закончить. Может, потом продолжим. И вот Харидас Такура каждый день повторял Харинам, и Махапрабху принимал прасад каждый день, и после прасада то, что осталось, Махапрабху дал наставление Говинде. О, Говинда, этот прасад Харидас пускай съест. И Говинда служил прасаду. Он относил остатки прасада Харидас Такур. Однажды Харидас Такур повторил Харинам, и Махапрабху встретился с ним. Как вы? Махапрабху спрашивает, и Харидас Такур сказал, мое тело но в порядке, но ум и тело нет, поскольку я не могу закончить Трилака Харинама. И Махапрабху сказал, хорошо, ты сейчас Сидда Махатма. Можешь меньше Харинама повторять, но тот сказал, нет, я не могу повторять меньше. И вот Харидас Такура попросил у Прабху, у меня есть просьба к вам. И Харидас Такура говорит, я чувствую, что вы уйдете с этого материального мира. Я чувствую, что вы закончите свою лилу здесь, и моя просьба. Я не хочу видеть вашу лилу ухода. Харидас говорит перед Махапрабху. О, Прабху, я чувствую, что вы явите лилу ухода, и поэтому моя просьба, я не хочу видеть эту лилу ухода. Я хочу идти перед вами. Пожалуйста, благословите меня. И Прабху сказал, о, Харидас, то если ты хочешь уйти, как я могу продолжать свою лилу? И вот Харидас Такур сказал, о, Прабху, не надо являть мне такое настроение.
такую лилу о Прабху в этом бесконечном мире. Так много незначительных насекомых, как я. И Махапрабху исполнил его желание, и Харидас Такур также попросил, что во время того, как я буду оставлять свое тело, я хочу видеть твои лотосные уста, я хочу держать твои лотосные стопы на своей груди и повторять Джайши Кришна Чайтанья, пожалуйста, даруйте мне все это. Махапрабху ничего не сказал, ушел, Говинда пришел с прасадом. Харидас сказал: сегодня я не могу есть прасад. Почему? Поскольку трилака харинама я не закончил, ну что, поешьте, потом закончите. Нет, не повторив трех лаков харинама, я не могу есть и пить что-то, но вы принесли прасад, я должен выразить почтение прасаду, поэтому вот Харидас Такур взял зернышко, щепотку прасада, он выразил ему почтение таким образом и сказал: вот, поставьте там, если харинам закончит, то съем, а если нет, то нет. И вот таким образом следующий день Махапрабху со всеми своими спутниками они пришли встретить Харидаса. Харидаса же он лежал и повторял харинам. О, Харидас, что случилось? Харидас смотрел на Господа и сказал: пожалуйста, подойдите ко мне. И Харидас. Махапрабху сел перед Харидасом. Харидас смотрел на лотосные уста Господа и взял его лотосные стопы, поместил к себе на грудь и смотрел на сочетание Махапрабху и повторял харинама, и потом произнес Джайси Кришна Чайтанья и оставил свое тело. И Махапрабху начал плакать назад. И сегодня я помню, я вспомнил, и вот я вспомнил, как Бишма Дев оставлял свое тело. Он был полон решимости, что я уйду именно в этот день. Как Шрила Прабхупад Бхакти Сиддханта Сарасвати, он увидел, что никто не может следовать его словам, и решил уйти из этого мира так же, как Шрила Бхакти Прамод Пури Госвами Махарадж. Махапрабху, он... И Махапрабху начал плакать и взял тело Харидас Такура и начал танцевать с ним и плакать. И вот они совершали харинам санкиртана, все преданные плакали и совершали харинам, и Махапрабху, они организовали носилки, чтобы нести трансцендентное тело Харидас Такура. И Махапрабху, он совершал санкиртан и плакал, и вот они пришли к океану, и сам Махапрабху взял, выкопал место для самадхи Харидас Такура. Они потом взяли тело Харидас Такура, омыли в океане. И вот они омыли трансцендентное тело Харидас Такура. И потом Махапрабху начал, сказал: о, океан, сегодня ты настолько чисто, что все места паломничества в тебе. Благодаря прикосновению соприкосновению с лотосными стопами Харидас Такура, ты сейчас наивысшая тирдха, наивысшее святое место.
во всем мире Махапрабху сказал такое самудре, океану. И что сейчас все места паломничества, они будут приходить к тебе, чтобы очиститься, и после этого Махапрабху взял тело Харидастакура, и вот, воспевая святые имена, они пришли в то место, где они выкопали яму для самадхи Харидастакура, и вот они посадили его в это и начали засыпать песком. И Махапрабху сказал, чтобы все начали также засыпать песком тело Харидастакура. И вот Махапрабху потом взял деревце Туласи, посадили там, где было его самадхи, и начали петь и танцевать. И потом Махапрабху сказал, что я должен пойти и попросить Махапрасад, чтобы организовать великий праздник в честь моего Харидаса. Я должен идти и просить Прасад у этих панд. И вот он пошел в храм Джаганатха. О, панды, дайте какого-то прасада, я организую праздник в честь Харидастакура. И вот панды дали ему прасада, и Саугасая долги сказали: о, Прабху, идите отсюда. Я тут прасад организую, это моя обязанность. Нет, идите, мы сами все сделаем. И вот весь прасад, ну, в общем, погрузили прасад в корзины и начали нести к океану. И вот преданные сели в линии, и Махапрабху начал раздавать прасад всем. Махапрабху, у него большие руки, и достаточно много получилось. Человек столько не может съесть столько прасады. Свабгасай сказал: о, Прабху, если вы будете раздавать, то никто есть не сможет, поскольку до вас есть оскорбители, поэтому давайте, садитесь, сами ешьте. И Махапрабху сел, начал возносить эту мантру. И Махапрабху сказал, что все, кто принимают прасад в честь ухода Харидастакура, те, кто засыпали самадхи Харидастакура песком, те, кто танцевали и воспевали харинам, они все достигнут успеха, в этом нет сомнений. И вот Махапрабху благословил всех. Даже просто те, кто ничего не делали, а просто принимали прасад, они то достигнут успеха в своей жизни. Почему? И кто к Гуранга, он был настолько привлекателен, кто не предался ему. Все преданные с Бенгала, Гурудама, каждый день они встречались с Гурангой Махапрабху во время Радха-ятры, начало Радха-ятры. И вот все преданные с Бенгала, Шантипура, и наш Шивананда Сен, он руководил ими. Адвайта Гасай Нитянанда, все они танцевали в играх. Они хотели встретиться с Махапрабху, поэтому шли в Пури. И вот Махапрабху, и вот преданные сказали: все, что, о, Господь.
Все, что вы даете нам, это бесценно. И вот после того, как Радха Ятра закончилась, всем преданные плача. И вот когда Чатурмаса, после Радха Ятра, и вот после Радха Ятры и Чатурмаса, когда преданные, full Chaturmasa they are staying there. Before Chaturmasa they are coming. So, full Chaturmasa, Chaturmasa Vrata, they are staying with Mahaprabhu. Staying with Mahaprabhu. And after Chaturmasa Vrata is over, и вот преданные приходили перед Радха Ятрой или после некоторые и жили в течение Чатурмаси в Пури, потом просили разрешения уйти в Гуратаму, и Махапрабху ничего не мог ответить. Он плакал, и преданные тоже плакали. И вот они просили прощения: «О, Господь, мы уходим в город, в наши дома». И Господь не мог ничего ответить. Махапрабху просто плакал, и преданные плакали. И Адвайта Гасай, и все не плакали. После этого Сарва Гасай сказал: «О, Прабху, это естественное, спонтанное влечение к Тебе они испытывают. Ты любящий их настолько сильно, и Ты сердце всех и каждого. И сейчас они плачут, Ты плачешь. Что будет? Они не могут уйти и прекратить плакать, и Ты также. Поэтому прекрати плакать». И вот преданные в итоге стали меньше плакать. Махапрабху не мог смотреть на них, поскольку иначе бы он расплакался. И таким образом Гуранга Махапрабху, он Сандарджи камакатихи сакала жана самалладуни чанда котир басалья матти котир тидаса бита пинам котир одарджа сари гамбирджи аммади котир мадири мони шудакчира маддико котир гаура дева саджиат пранаяя раса паде дарситас чарджа коти ванча калпадурвасеке басинди бавача патитананг павана бавачна бьорнам.